Здравствуйте, мои дорогие зрители! Что за ручки? Здравствуйте! Испытания на выбывание! Ага. Изначально 100 человек, но до финала дойдут лишь несколько! Остальных порубят в труху! Угу. Прародитель королевских битв! Судя по тому, что мы видим, участники крайне довольны, они все намокают! Различные челленджи на силу, смекалку, ловкость и везение. Это были кегли. На заставке телепередачи мужик с синими волосами. Рыжий драчун. И да, какой-то красный русалк. Руки такие, что точно драчун. С водорослями на голове. Что-то рисовка такая стрёмная. Генерал Ли, нужны мега-бойцы для штурма замка Такеши. Но по лицу видно, как же он устал от этих еле плетущихся... Подожди, это у этого, походу, штурм замка Такеши. Помнишь, какие-то были японские шоу, где они на машинках в конце фигачили, нет? Это, наверное, оно. Японцев, которых заездили на работе. Ему нужно отобрать из них самых мощных. Что это? Сичка? Вот, кстати, видео, как рождаются японцы. Наоборот. Стой, японцы. В разноцветных касках и все в перчатках, чтоб не заляпали декорации своими грязными руками. Ох ты, там скользко. Видимо, некоторым участникам очень страшно, и они уже минируют тропы. Первый челлендж – прокат лодки. А вот чем палочка? Он бьет? Стрелки. Легко. Но как правильно сильно? Толчок. Какой толчок легко. Нормально, нормально, хорошо. Чтобы не было таких брызг. Слишком высокая скорость у красного. И не хватило прецизии. Не прошел. Фиолетовый остановиться там. Это все и промахивается мимо доски. Ой-ой-ой. А где доска? Ситуация была у Леонардо Ди Каприо в «Титанике». Но он не совсем промахнулся. Идея здравая. Он примерился. Подожди, резко, нет. А нельзя тормозить руками? Пусть уже значительно проще. Но все равно слишком быстро не, двигается. Слишком. Может, это помедленнее был. Смысл на стоицем, да? Сдвигать да. назад по мере приближения к краю. Такие ну, да, да. мне нужны. Выбегает девушка в шортиках. Приговаривает. Да. Ай, быстро. Она видит это волосы. Сильно толкнула. Это безопасные волосы. Они не в пикселях. Нет, это сильно толкнулось. Не, нормально. Центр тяжести у нее сзади. Ну, сзади на лодке. У нее есть шанс. Да! Да ладно! Прям четко-четко. Входят в следующий этап. Похоже на сфинкса. Офигеть. Да, так же, как и кошка. Ни туда, ни сюда. Застыла на месте. Недвижимо. Ну, естественно, нам не показали, как она слезла. Ну, конечно. Да, спортсмен. В теплой куртке. Чтобы не тратить... Ой, слишком. Нет, слишком. Ты чё, чувак? И умно. Может, тормози руками. Спортсмен вовсе? Ну ладно, это шутка. На самом деле у спортсменов кровь течет лучше, в том числе и к мозгам. Но ему нет. это не помогло. Слишком быстро. Какие сокровища он увидел там, на дне? Очень интересно. Еще один фиолетовый. Выходит попытать свою прецизию. За кадром смех тут везде. Тоже резко. Помедленнее. Скольжения нет. достаточно. Как будто поверхность вымазана отборным сумошным жиром. Стой. Оттягивай. В реальном времени. Это было раньше оттягиваться. Что все. Наверное. И он так быстро вынырнул, как будто там на дне сидел другой фиолетовый. Да. Следующий выбегает девушка в кимоно. В зубах практичное отверстие для папирос. Расчетливая девушка. Возлагаем на нее большие надежды. Старт не быстрый. Она не доедет? Может быть, это то, что нужно. Че она не смотрит? Ой, ну она вообще. Только мало. Создает реактивную волну, которая тормозит. Ты ножками, ее. Да. Начинает скандалить. Но скандалом здесь не поможет. Ой, блин. А как она едет? А почему она ускорилась? Смелка. Сзади. Она пукнула походу и ускорилась. Почти. Нет. Нет, до не доехал. Не доехал. А, во как. Подводные японские демоны еще и без стенки. Там мужики скидывают. Всем участников здесь демоны. Не показывают, но их и очень много. Следующий этап это лабиринт из сот. С двумя демонами внутри. Подозрительные пятна на одежде. Вероятно, в лесу увидел что-то страшное. Mm-hmm. Может, а, вот, да, помнишь, такое да, было? Да. Лабиринт все, поймали. Опасный и при все, этом поймали. Можно выйти не в тот выход. А, большое да. значение не ту дверь. Здесь играет везение. И все правильно. Генералу Ли не нужны невезучие. И это отличный метод отбора. Два демона. Лысый издает звуки. А красные волосы молчит, как призрак. Но а, они же еще ищут. То есть можно ой, его забить. Но девушка не успевает молниеносно сориентировать. Из нее сделан бутерброд. Но видно, что бутерброд безопасный. Он без пикселей. Хотя на самом видео пикселей тоже немного. Рыжий прям ярко-рыжий. Да, морковки он ест, конечно, тоннами. А ведь до нее он был таким же лысым. Девушки на лице ставят грязевую метку. По-английски это называется «blacked». Ее отпускают, но в следующий этап она уже не проходит.
Светошная хиппи-бабуся в специальных бабуся-трусах. Кто кого заблекает? Шансы у бабули гигантские. Ой, хорош, хорош, да ладно. Беги, беги, беги. Ай, не получилось. А что не зашло? Тащит их в могилу за собой. Блин. Ай, бабуся. А так шло хорошо. Сама выпалилась. Ложный выход. Бабуся. Бабулю спасают. На дне остались все. Вежливые демоны. Далее девушка с красными бантиками. Двигается уже еле-еле, уставшая. Нужно пробежать по прямой, но там уже рыжий. Берет правее и еще правее. Нужно левее теперь. Нет. А где вообще выход тут? Загнана в угол. Слева внизу. В любом случае, удача была не на ее стороне. Вот, далее атлет. Причем бессушный. Возможно, демоны сейчас поймают не его, а немного с локтя. На его шортах адидасовские три полоски, что придают ему скорости. Не, все поймали. Не. Ой, хорош, давай. Не туда, чувак. Ой, вот такой скользкий тип. Площадь. Так носится. Глянь, ты сможешь. Давай. Прикольно. Шустрый. Напористость. Выдали ему результат. А я думала, что типа, если тебя коснулись, то все, ты выбываешь. А видимо, главное, что тебя в захват не взяли. Да, а его, по-моему, схватили. Скользкий какой. Халате. Халатный тип. Да. Слышат причитание. Они лысого. Еще орут. Мешают. Думаете, его? Нет, все поймали. И как нет? Туда же обходит? Ой, хорош! Не, поймали за кимоношки! Ну как там борется еще халат? Давай! Дырку, нет, дырку туда, да! Сюда. Не, правильно, да? Туда влево, вот. Давай. Нет, рядом была. Да. Рядом была та дверь. Выбывает, но какая была борьба. Вот. Видишь, рядышком было. На спину. И вот дверь. В фильмах ужасов после такого падения люди уже не восстанавливаются, а он смог. И он вырвался аж от двух маньяков. Буквально рядышком была нужная дверь. Надо было брать левее. Тогда он прошел бы дальше. Генералу Ли нужен такой халатник. Опа. Рисовая миска скатывается с горы. Тематика, которая преследует меня. К которой я упорно возвращаюсь каждый раз, как кто-то скатывается с горы. Миска рис. А да, кстати, помнишь? Жена. Видим. Юрий на видос про скользкие горки. Угу. Он же говорит про скользкие горки. Глубоко сидящее в японцах желание совершить подношение Годзилле. В чем смысл? А тут радужные толкают. Не вывернуться. В рисовой миске. Ой-ой-ой-ой-ой! А, вот что за сиська? Добраться, более ничего миска. От тебя не требуется, но... Не, кстати, эта девчонка хорошо докатилась. Бывает. Следующий с загадочной улыбкой. Ух ты, и он приподнимает один край. По сути, едет на попке миски. Ну да, ой, не. Приводнение не было так же филигранно. Не очень. Следующим надо быть участникам легким. Нужно обратить на это внимание и что-то поменять. Вероятно, в последней четверти спуска нужно все-таки попытаться встать обратно на донышко миски. Следующим едет японец с неким платком на голове. Чтобы каска была удобная. Вес. Надо сразу вперед, а надо было назад. Но зато у него клевая желтая бандана. Далее девушка с весом, которым можно пренебречь. По идее, да. Перевернуться не должна, но в конце ей нужно легкая. Весь свой вес назад. Опа, хорош. Ай. Слишком легкая. По движению миска риса. Делаем выводы. Вперед наклоняться здесь нельзя. Его уже сразу скинули, в смысле. Ну, дяденька в крутой куртке. И в каких-то модных в облипку ботинках. На стиле скатывается вниз. Слушай, они так веселятся там. Но. С таким вдохновением это делает, что складывается впечатление, что ему это и надо было. Далее продолжаем двигать, развивать мысль данного испытания. Должны же участники постепенно раскусить. Не, подожди. Ай-яй-яй. Раскусывает там свою собственную нижнюю челюсть. Далее девушка держится монументально, так. Статно, грациозно. По скорость в конце. Блин. А, в конце держаться. Только первая прошла. И всего-то с миской. Случайно, мне кажется. Следом генерал Ли испытывает свое войско проскакиванием по камням. Вот девушка. А, они проваливаются, видимо. Да, некоторые. Предыдущие испытания, возможно, она проходила почти идеально. Хорош. Ну, хорошо. Лещи. Представь, как можно тут ноги. Она выбрала левый. Все, тут опасно, тут можно так ногу повредить, пипец. На этих камнях. Тут вообще, в принципе, везде можно повредиться. Это правый. Это сразу. Скоблит по этим котлетообразным камням. И судя по виду... Ой, хорош! Ой, хорош! Получит, значит,
И да, писька разорвиська. Ох, как хорошо у него получилось. Хорош! Ты смотри, что делает! Хорош! Камень его не сломал! Только в конце летел, как ветер. Ступил. Все равно. Воздух впереди Ау, себя. Больно? И выпускал его позади себя. Это чисто сразу. Но следующий хотя бы не утонул. Ох ты, некий разбежал. Руки от баскетболиста. Растяжка ног. Да что ты делаешь? Я не знаю. В ужас. Ау, поздно. Ау, ох ау. Ты, какой же он клубок самоизбиение. Эксцентричных движений. Это заслуживает реплея. И только сейчас, со второго раза, я понимаю всю суть. Почему на фоне люди смеются? Непризнанного гения. Ты чуть себе шею не сломал. Вообще пробежать можно, конечно. Но все должно пройти идеально. Блин, дистанции споткнулся. Просчитаны глазомером. В миллисекунды во время прыжков меж камней. Ну и, конечно же, случайно попасть на нужные. Не, все, да. А на ненужные, соответственно, не попасть. Ну не побежать, как тот ниндзя. Который почти не касался. Ноги проскальзывают, камни уже обмочены помешали. Предыдущими участниками. Здесь, вероятно, чем дальше, тем сложнее. Ой-ой, а куда ты прыгаешь? Занесло, на хотя шло практически идеально, вы только да. Посмотрите. Чуть-чуть, на видишь? Чего ты прыгнул так? Ну, баланс. Да, заставочки между челленджами здесь, конечно, наркоманские еще те. Вынуждают людей аж носить горшки на голове. Генерал Ли хочет посмотреть, какого девушки прикольно. Будет на бревне. Ай-яй. Ой, дорогие все. Зрители, прошу прощения за скабрёзность, но ноги надо было расставлять ей шире. Деваться некуда, это объективная информация. Раз, два, три. Очень хорошо скачет по стволам. Давай, голубчик. Но потом что-то заколебался. Давай, голубчик, давай. Давай, голубой. Но почти дошел до конца. Выписан за голубой. Здесь нужны очень широкие прыжки и довольно высокоскоростная инерция. То есть, по сути, у него там тебя должен нести вперед. Народ. Возможно, эта девушка достаточно ветреная для этого испытания. Ух ты, стабильность. Давай, четыре. Как изогнула ее. Минус позвоночник. Как она упала. И здесь девушки уже не хватило. Сложнее, видишь? Смотрите, она еще низенькая. Обстоятельство она могла бы там стабилизироваться. Вот так вот. Но с первого раза. Ты знаешь, если должно быть это вот ставки из Mortal Kombat, когда они там ломают. Да? Тренировок, конечно, это очень тяжело. Далее, дисциплинированный. Внушает надежду. И более того, весовой. Здесь-то в основном худые участники. Не-не-не. Но преимущество ему это не дало. Лишь больше всплеска. Но пока никто не прошел. В остальных испытаниях мы хотя бы видели успешные прохождения. Ой, это та девчонка. Это та самая зубы сфинкс, которая была в начале ролика. Да-да-да-да-да. Неужели? Нет. Фак. Сейчас что, оказывается, Юр, что вообще болел. Некому штурмовать замок Такеши, что ли? Спортсмен в бирюзовых кольцах. О, давай. Хорошо идешь. Хорошо идешь. Хорошо идешь. И обратите внимание, что он не тонет. И тут выходит девушка, вся в белом, в пятнистых штанах. Китаец не тонет. По правилам жанра нам должны показать хоть одного прошедшего. И сейчас либо она, либо уже никто. Есть. Хорош. Она так легко это сделала. Следующий челлендж Show of Hands, то есть показ ладоней. По смыслу это переводится как голосование поднятием рук. И вот ведущий зачитывает название карты, на которую нужно навалиться. Кто ручкой. Первый на нее упадет, тот, соответственно, проходит дальше. Все это как игра со стульчиками. Оргическую вакханалию. Только очень сложная. Презрительная насмешка над нейросетями еще до их массового появления. Вдруг, да. В первом раунде первой была ладонь номер 9. Сейчас задали другую карту в левом дальнем углу. Но карточки тут в разнобой валяются, и они повторяются. Тут уже скорее кто первее заметит ближайшую к себе нужную карту. Что-то внутри ладони ведет эту руку. Что-то без вашего ведома. Лежит. Тело. Может быть, паразиты? Нет. Это глубоко живущие в вас пороки. Руки сами тянутся. В охотку. Номер 2 упал, но потом и первый упал. Возникает спор, но под кем же из них правильная карта? У первого карта удачно легла. В целом, дорогие друзья, смотреть этот челлендж абсолютно неинтересно, поэтому я его он очень странный. Подрезал. Не, ну вначале так. Я вырезал. Посмотреть, что это за дичь. Что это за манекенная, Silent Hill-образная дичь. Но не более. Смешная нарезка японцев. Начинаем штурмовать замок. Кислотные ЛСД-заставки, а?
О, некое отверстие родились, да. Выдавливает из себя пятерых победителей. Как-то мало оставить осталось. Последняя битва. Штурм замка Такеши и его охраны. Есть танки в этих танках. О, помнишь эти машиночки? И на каждом из них бумажная мишень, которую нужно прорвать этой самой водной пушкой. Так их больше защитников. Против пятерых из охраны, плюс шестой главный босс. Бумажные мишени нужно фигачить. Но на каждом танке охраны вот, сидит смотри. по трое. И у них в руках водяные пистолеты тоже. Нет, это нереально, несправедливо. Атакующим придется не сладко. Одного убили, видишь? Понять откровенно тяжело. О, еще и гигантоголовый Abomination сидит в главном танке. Да, шансы одержать победу над этой так называемой изумрудной стражей стремятся к нулю. Гигантоголовый еще издевается. Вот едет рваный, он уже все. Ну, порвали. Там один выживший. Ну, все понятно, он в очках. Он все просчитал. Но когда они дают как будто целым ульем в пятером, в шестером против одного, рвут все окружности атакующих. Судя по всему, генералу Ли придется проводить новый отбор. Все ради... Конечно, новый отбор. Это как, знаешь, выставить троих против, там, 30, например. Ну, блин, очень честно, очень нереально. Единоличных амбиций. Дорогие зрители, надеюсь, вам понравилось это видео. Чем сейчас тут шоу, если невозможно выиграть? Стандартный, специфический. А вдруг выиграешь? Спасибо, что досмотрели до конца. Желаю вам здоровья, добра, любви, процветания. И, конечно же, денежных средств. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания. В общем, вот такая получилась реакция. Спасибо за просмотр. Пока. Неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.